Каждая пятая новость в одесских онлайн-медиа – криминал. Такие данные опубликовал Киевский институт массовой информации, который с 5 по 9 апреля 2021 года проанализировал 800 новостей известных одесских сайтов. Еще в ноябре прошлого года специалисты заметили, что треть новостей – это чрезвычайные происшествия. Учитывая, что 85% подобных упоминаний являются обычной криминальной хроникой, получается, что практически четверть новостей – это аварии, убийства, грабежи и кражи, резюмируют специалисты. Исследователи не уточнили, почему редакторы так насыщают ленты криминалом и не указали на взаимосвязь между этой тематикой и рейтингом конкретного СМИ.